Доброе утро. Я с утра проснулась с невероятной, неинтересной новостью. У меня нету интернета. И я не знаю, в чем причина. Я уже за него и заплатить даже успела. Оказывается, его просто нету. Я думала, нету денег. И я кинула деньги на интернет. А он, пожалуйста, есть, но его нету. Ах, веселуха-пруха. И сегодня я сегодня, и сегодня. Тири-тири-ты, доброе утро. Я еще не проснулась. Опять сегодня проснулась в 6:30, но зато такой красивый ставлю картиночку. А сейчас пытаюсь Киру разбудить в темноте. Немножко с гирляндами. Китюня, просыпайся, солнце. Я не сплю. Я знаю, как ты не спишь. Тебе заснуть — это секунда времени. Реально секунда. Не я знаю, Снежок. Хочешь на балкон — иди. Давай. Пожалуйста. Короче, как-то так. Все, Снег, я тебя там оставляю. Котя, просыпайся. Так как у нас сегодня уже Хэллоуин. Да, сегодня у нас 31-е. Та-да-та-да-та. Будем сегодня утро в темноте, но зато в глаза ничего не будет давить. Я включила привидений. Там тоже включила привидение. В общем, ой, еще надо ведьму тоже включить. Ну, боже мой. Вот. Вот теперь другое дело. Теперь все горит по-хэллоуиновски. Вставай, солнце. Чаек на столе, булочка на столе. Так что, good morning. I love you. Опа. Все. Бегом встречать Кирюху. Она жива. Она проснулась. Она слазит со второго этажа. Боже, ну как же он тебя всегда встречает? Ну, такая любовь. Я второй день подряд просыпаюсь в 4 утра. Кира, я просыпаюсь в 6 и сразу же встаю. А ты просыпаешься в 4 и не встаешь. Вот если бы ты открыла глаза в 4 и сразу же встала. Да какая разница? Встала и сразу пошла делать дела. В 4 утра? Да. Какая разница про дела, я тебе рассказываю. Что я второй или третий день подряд просыпаюсь в 4 утра, непонятно почему. У тебя просто, видимо, какой-то бздюм в голове. Все? Ты, Русечка, тебя не погладили. Скажи, ты пришла, тебя не погладили, да? Ой, ты моя сладкая. Скажи, тоже спать хочу еще. Вообще разбудили рано-рано. Вот это странные хозяева. Чего так рано просыпаться? Скажи, нормальные собаки еще в это время спать должны. А они вскочили. Ложись, ты, Руська, ложись. Боже, и ты, конечно же. Ну, куда же без тебя, ну? На первом месте. Ох. В общем, у них еще тихий час. Они еще не готовы идти на улицу. Они еще вообще никуда не готовы идти. Они готовы только спать, спать и спать. А хозяйка взяла и кровать собрала. И теперь спать бедным негде. На своих-то лежанках неудобно спать. На кровати удобней. Вот это живодерка, настоящая живодерка. Ладно, я пошла. Я сегодня решила, что я с собаками выйду после того, как уже себя приведу в порядок. Вот у меня сегодня такое желание выйти с утра красивой. Хотя я всегда красивая, даже когда не накрашена. Но сегодня захотелось вот быть более-менее свеженькой, потому что я вчера на себя посмотрела, думаю, боже мой, такая сонная, такая замученная. Думаю, не-не-не-не-не, надо при параде всегда быть. Вот, видите, вот так вот он ходит по квартире и орёт, чтобы его выпустили на коридор. А я его не выпускаю, жду, пока Кира соберется и вместе с ним выйдет. Зайка, ты собираешься? Да. Выходишь? Когда? Сейчас. Завтра? Сейчас. Сейчас? Я вижу, ты еще даже носки не одела. Ты пойдешь со мной? В школу? А почему не ты за животными в школу? А, наверное, потому что отвлекаться будете на животных.
будете учителя не слушать и будете все говорить: «Учи-пути, халёси, ты не лезь, тара-ля-ля». Ну, в общем, что-нибудь в этом роде, понимаешь? Да хватит уже, ну! Я тебя уже услышала. А если, типа, на уроке их, короче, оставлять? Ну, в каком-то помещении, типа, там, где они все собраны. Я думаю, что у нас еще не дошли до этого. Хотя было бы прикольно, чтобы у вас в школе был какой-то зооуголок. Но я знаю, что в некоторых школах есть зооуголки. Там, ну, небольшие животные, а по типу рыбки, попугайчики, хомячки, морские свинки. Знаю, что раньше такое было. Не знаю, как сейчас. Собак вряд ли. Вот коты было бы прикольно. Потому что коты, они сами по себе успокаивающие. Собаки, они более активные, с ними нужно гулять. А кот, он как бы сам по себе, ему все равно, что происходит. Я слышу тебя! Ты что думаешь, я глухая? Вот, поэтому собак вряд ли, а котов, возможно, да, можно было бы, чтобы по школе ходил какой-то такой кот. Вообще не знаю, да, действительно, почему в школах не заведут кота, который бы просто гулял и вот так вот периодически проходил, его бы видели, учащиеся, подходили бы, гладили. Мне кажется, настроение бы даже поднималось. Там несколько котов по школе гуляет, круто было бы. Идешь такой: о, Барсик, привет! Пожелай мне удачи, сегодня у меня экзамен. Круто было бы. Но не дошли еще до этого. Может, из-за того, что там типа первый, второй класс будет мучить их? Может быть, еще из-за этого. А еще может быть из-за того, что, знаешь как, у некоторых людей, скорее всего, даже из-за этого, у некоторых людей бывает аллергия, да, на животных. И поэтому так просто нельзя. Представляешь, если у него схватит какой-то приступ аллергический. Потому что, вот, например, у дяди у моего, у Славика, у него же аллергия на котов сильнейшая. Кстати, у Наташи, у которой Босик, маленький песик, вот этот вот Йорк, у нее же тоже аллергия, кстати, на собак. Но из-за того, что Йорк не шерстяной, у Йорка волос натуральный, у нее нету аллергии, хотя она говорит, что иногда тоже бывает, появляется какой-то приступ. А вот на вот этих вот животных у нее аллергия. Она говорит: каждый раз прихожу домой и каждый раз пью лекарства, потому что чувствую, что мне плохо, потому что она погладила Теру, погладила Добби. Но она любит животных, и у нее даже собака есть, но у нее аллергия. Так что да, скорее всего, из-за этого. Что бы я делала, если бы у меня была аллергия на собак и на котов? Как у меня может быть аллергия на этих пусиках? Будь аллергия на этих, хочу, все глаза вылезут. Да, не надо меня кусать. Не надо меня кусать. Ну не на... Да снег! Ты знаешь, что по жопе получить можно, да? Хочешь? Иди в страку. Китя, собирайся. Включила для кота игрушку, чтобы он меня от меня отстал. Все. На снега только подключила прям. Тера. Тера пошла играть. Боже, чудо, а не пес. А Добби смотрит и не может понять, чё. Тера, вон бегает мячик. Ты потеряшка, ты понимаешь это? Все, Тера вошла. Тера, ты на нем стоишь. Добби, ты еще и получить смог. Тера, вон. Короче, Добби, ты выкупил, да, что Тера твоя сумасшедшая собака. Сумасшедшая. Ты к школе приготовила же, да? Да, я планшетик уже положила. Она сумасшедшая. Ла-ла-ла-ла-ла.
Это шалалалалала. О, как ты быстренько сегодня. А который вот сейчас? О, 8:07. Ты последнее время стала в школу выходить вовремя. Не за 5 минут до уроков. Встречаешься с кем-то с утра? Нет. А что, сегодня сколько уроков, зайка? 7. Угу. Забери его, пожалуйста, хорошо? Все, люблю, целую. Хорошего тебе дня. Так, а мы что? Его так и нет. Поэтому я пошла тоже собираться. Скажите, пожалуйста, это только мне так везет или как? Или это я просто не фартовая? Или это какие-то уже серьезные проблемы в жизни? Посмотрите. Что такое? Это уже третья розетка я пробую. Я думала, может, розетка у меня не работает. Он просто не включается. Ну что за фигня? Ну блин, ну это уже не серьезно. Тупо уже не серьезно. Хорошо, хоть у меня вот этот вот есть. Хотя бы холодным воздухом посушу. Но это уже смешно. Третий фен. Третий. Это я не досушила, потому что он вырубился. Третий фен. И тупо вчера сушила. Все было нормально. Абсолютно все было хорошо. С утра только посушила. Сегодня утром вообще. Он просто не включается. И не было никаких признаков даже того, что с ним что-то не так. Все было вообще замечательно. Кира не пользовалась, не трогала. Я ничем. Я фен использую только для того, чтобы посушить волосы. Это у меня занимает 3 минуты времени. Реально 3 минуты времени. Я просто чумею. Я уже не знаю. У меня уже какой-то инфаркт на эти фены. Я очень расстроена. Короче, с усилиями, но я более-менее привела в порядок волосы. Опять-таки, это был холодильник, розетка, холодильник, розетка. Но я, слава богу, не выбросила коробку от фена. Я ее не выбросила. Сегодня буду писать по гарантийному сроку, чтобы поехать сдать, и пусть мне чинят его. Но что это такое за прикол? Блин, 12 месяцев у него гарантии, и походу 12 месяцев еще не прошло, и все нормально, и у меня получится его сдать. Ну, это просто, это... Я пошла с собаками. Прогноз погоды от Марички. Сегодня у нас снова обалденная погода. Тепло, светит солнышко, поэтому я сегодня должна решить все свои дела сегодня, сейчас, потому что новости написали, что у нас последний теплый день. Today. Вот. А сейчас еще надо зайти в магазин Зоо, купить корма собакам. У них ноль. Вчера последний отдала, до последней крошечки все съели. И то не наелись. Поэтому сейчас надо зайти, чтобы они меня дома не скушали. Так что вот так вот наслаждаемся. И идем решать вопрос с моим феном. И, честно сказать, я уже смеюсь. Просто смеюсь. Реально, третий фен за сколько? За год? Даже не за год, ну, может, чуть больше. А может, даже и за год. Третий фен. Алло! И они просто как этот, как семечки. Фух-фух-фух уходят. Но в этот раз я умнее была. Я все сохранила. Поэтому пойду решать эти вопросы. И надеюсь, мне никуда не нужно будет ехать мега далеко, а все это сделаю рядышком, потому что у нас розетка находится рядом. И надеюсь, меня не отправят на Кудыкину гору. Но если отправят, хоть по такой погоде будет не так обидно. Так, все, я пошла убирать. Посмотрите, вот это вот нашкодило только что. И тот нашкодил. И знают же, что шкоду сделали, и теперь боятся подойти. Давай ко мне. Давай, подходи. И знаете, как он подойдет? Только когда я ему скажу, что я тебя бить не буду. Никогда в жизни не била, но слово «бить» знает. Ко мне подходи. Добби ближе. За шкирку, да? Вот так вот, да, надо сделать?
Кто там кушал гадость? Кто меня не слушал? Кто меня не слушал? Это для него самое опасное и самое унизительное, когда его берут за шкирку. Я тебе по жопе еще никогда не давала. Наверное, пора. Пошли за едой. Собрала. Все, собрала. Пойду сейчас попробую его сдать. Но его мне не обменяют. Его сейчас заберут на сервис. А в сервисе будут решать, почему он... ну, это по идее его должны забрать. Почему он сломался и т.д. и т.п. И если что, то там я не знаю, как они будут делать. Или возвращать деньги, или давать новый, или что. Но кому возвращать деньги, я не знаю, потому что этот фен мне подарил анонимчик. Я надеюсь на то, что... Я просто не знаю, кому его возвращать, понимаете? Я надеюсь на то, что мне его починят или просто поменяют, потому что мне реально фен нужен. Я без него не могу. Это знаете, как у меня фен, как туалетная бумага, которая должна быть всегда. Ты только домой пришел, ты уже опять просишься на улицу? Издеваешься надо мной? Даже в глаза мне не смотришь. Собралась, блин, еще только 9:30. Они в 10 часов только открываются. А я уже такая, все, все быстро с самого утра сделать. Чего так поздно открываются люди, непонятно. Я в 6 часов просыпаюсь, а кто-то только в 10 начинает работать. Несерьезно. Короче, если что, это рофало, то сейчас начнете мне писать, что я такая всякая и оскорбляю тех, кто работает, а сама не работаю. А я хочу выпить вместо кофе кока-колу, да. Вот такие вот дела. Еще сегодня надо ужин приготовить, обед приготовить, вообще что-то приготовить. Я еще не придумала, что, но что-то надо. Но мне сейчас самое главное решить вопрос с феном. Это только я так могу, только я. Снег, я тебе не буду дверь открывать. Или ты со мной выходишь, или ты не выходишь вообще. Давай. Я надеюсь, ты понял, да? Пошли. Снег. Идем. Все пометил, пошли. Если честно сказать, я по гарантийному обслуживанию, наверное, всего лишь несколько раз в своей жизни сдавала товары. Потому что если они у меня ломались, то это было уже после гарантийного обслуживания, и там уже никуда не сдашь. Вот. Помню, телефон сдавала. Мне даже дали другой телефон, пока чинили тот, который я сдала. Но с феном не знаю, как будет. Мне вот очень интересно вообще, примут ли у меня его, заберут ли, и вообще получится ли у меня его сдать, так как я его не покупала. Короче, сейчас будем проверять. Держу вот так вот мою удачу у себя рядышком. И так у меня ее сегодня с утра нету. Надеюсь, она у меня сейчас придет, пока я иду в розетку. Все, я все сдала. 2 недели. 2 недели сказали, живи без фена. Нового мне ничего не дали. Отправят на сервис, там будут чинить. Если починят, то вернут то, что у меня было старенькое. Если не починят, то поменяют на новенькое. Но слава богу, что у меня его забрали без проблем, без забот и без хлопот. Я думала, все будет сложнее. Казалось, все намного проще. Фух, ну я надеюсь, что это будет не 2 недели. Я надеюсь, что это будет намного быстрее. Потому что мне нужен фен. Ну, у меня как бы есть тот, который дует холодным, горячим воздухом. И периодически его надо класть в холодильник. Но ничего. Вернемся к холодильным процедурам. Пока домой. Я пока тут готовила заготовку для обеда, ужина. Успела посмотреть фильм новый «Синистер. Начало». Ну, так, на семерочку, но интересное кино. Но я не поняла, к чему начало,
Но это, опять же таки, не важно. Фильм я посмотрела и сейчас собираюсь пойти на новую почту, потому что мне там приехала посылочка. Я не знаю, много заказывала всего разного. И вроде бы, если я не ошибаюсь, то эта сережка вот сюда должна быть. Но не обычная, а конусообразная. Если это она, то будет круто, сегодня ее заберем. Опять же таки, с размером не знаю, заказывала средний размер, потому что я не знаю, какой у меня стоит здесь, какой у меня перед этим был, но мне кажется, что нужно чуть-чуть побольше. Если будет, ну что, их есть только три размера: десятка, восьмерка и шестерка. То есть это вот, ну, длина. И я заказала восьмерку. А какая у меня была, I don't know. Какую поставили? Поставили, по-моему, мне шестерку. И мне кажется, что шестерка немножко маловато. Но она как бы вообще в такой именно конкретный притык. Вот. И хочу попробовать восьмерку. Короче, я вас уже запутала и себя тоже запутала. Сережка недорогая, стоит всего лишь 45 гривен. Вот, пойду сейчас забирать ее. А потом уже приду, буду готовить ужин. Или к вечеру буду готовить ужин, потому что на обед у Кирюхи есть что кушать. Единственное, нужно будет прибежать и котлетки сделать. Но это все потом. Сейчас вот досматриваю кино и убегаю. Все. Посылочку забрала, это, скорее всего, моя сережка. Пришла домой, а такая жара невероятная, просто ужас, невозможно. Я еще куртку одела теплую, я вся пришла просто мокрюща. Так, давайте смотреть, что мне пришло, да? Но, чтобы посмотреть, что мне пришло, я бы хотела найти свой супер маленький ножик. Для распаковок посылка, чтобы посылок, чтобы так эстетично было, да, так красивенько. Распаковываем, залазим туда, а тут ничего нету. Ладно, делаем вот так. О, есть! Представляете? Тарам-тарарам. Все тут есть. Короче, заказывала я вот здесь вот сережечку. И она у нас размер, я не знаю какой, ребята. Но она вот. Вот такая, видите? Блин, так хочется поменять. Но знаете, что хочется первым делом? Первым делом хочется посмотреть, а какая же у меня была. Но куда я их засунула, все эти сережки? Наверное, опять в свою коробочку. В эту вот. И тут же найти в ней, хоть все и по пакетикам, но найти все равно всегда очень сложно. Я всегда вот так вот каждый пакетик беру и только потом начинаю смотреть, где что. Потому что я никогда не нахожу. Вот реально никогда. И смотрите, сейчас опять-таки нету пакета с пирсингами. Ну, а как это работает вообще? Вот реально, а как это работает? Чё? Вообще. Ну, просто какой-то прикол. И реально ничего нету. Чё? Дуристика. Просто дуристика. Куча пакетиков, а того, что мне надо, нету. Вот, нашла. Так, сейчас проверим, какой у меня был размер и какой мне привезли размер. Так, вот это мой, который был. Боже мой. Так, вот это вот, который у меня был, видите? А это, который мне привезли. И вроде бы это меньше. Обалдеть! Вроде это меньше размер. И то, что мне как раз нужно. Ребята, главное, чтобы она подошла. Я уже с этими сережками вообще чокаюсь. Реально меньше. Будем менять?
Сейчас опять буду мучаться. Честно сказать, реально сейчас буду опять мучиться, чтобы ее поменять. Но я хочу это сделать. Там-та-да-дам. Так, мне для этого всего нужно... Знаете что? Мне для этого всего нужен хлоргексидин, чтобы все здесь сейчас продезинфицировать. И самое главное, снять вот эту вот большую, ну, малюсенькую. Сейчас все попрячем. Вообще такая маленькая. Как она раскручивается? Угу. Вот так вот. Ну, смотрите, если я сейчас эту сниму, я же ее потом нифига не одену. Опа. Ну, снять легко. Снять очень легко. А вот одеть... Это уже будет проблематично. Блин, я даже сейчас ее не могу одеть, понимаете? Господи. Так, ну я сняла. Ха! Я-то снять сняла. Короче, ребята, я с этими сережками мучаюсь конкретно. Хлоргексидин. Есть. Что вам сказать? Як то кажуть, головне потім потрапити туди, куди треба. Вау, как прикольно! Смотрите. Она еще так блестит. Короче, прикольно. Вообще класс. Мне подобается. Похожу с такой немножко. Мне нравится. Оно так необычно. Прям такая именно. Реально годка стала. Годки же, да, носят всякие такие шипы. Вот и я тоже теперь с шипами. Клевенько. Короче, можно теперь заказывать на этом кафлоне вот разные сережечки. Я теперь уже свой размер знаю, но это лучше, мне кажется, сидит. Не знаю как, но мне кажется лучше. Но она меньше, чем та, которая самая первая, чуть больше, чем самая последняя. Крутяк. Так, и сюда. Нет, не сюда. Чтобы не потерять. Сюда. Все. Что тут, мне скидки никакой не дали? Ах, жалко. Скидки никакой не дали. А могли бы дать какую-то скидку. При том, что я у них уже не первый раз заказываю. А скидки мне никакую не дают. Жлобы. Но очень миленько. А теперь я хочу пойти выгулять собак, пока у нас еще 13:21. Получается, у Киры еще урок один будет, потому что у нее 7 уроков. И у меня где-то есть часика пол, чтобы выгулять собак. Единственное, нужно картошку вот эту вот поставить, чтобы она немножко побыла в воде. А то она как-то так совсем у меня сейчас пожелтеет. И потом уже буду готовить. Потому что на улице нереально. Я даже не буду одеваться тепло. Вот так вот. Очень жарко. Но сегодня последний день. Знаете, кого мне снег напоминает, когда идет и ушки прижимает? Как приучить дракона? Как приручить дракона? Зубастик. Вот, по-моему, так его звали. Черная фурия. Ну, посмотрите на него. Уши прижал, глаза такие огромные. Реально черная фурия. Терочка, Шанти! В общем, все, я снега тоже вывела на прогулку. Из Доби ждем
девчонок, которые там застряли чего-то. Тера! Да? Как у нас сегодня шикарно. Не завидуйте, а то плохая погода к нам придет. А я не хочу плохой погоды. Еще моя обувь не приехала. И я надеюсь, она будет моего размера. Знаете, как я за это переживаю? А еще Тера у меня ошейник потеряла. Вот так вот и живем. Как это работает? Скажите, пожалуйста. Сначала сумасшедший ветер, потом резкий дождь. На следующий день плюс 22, как сегодня. В футболке можно ходить. Люди реально, некоторые ходят в футболке. А завтра уже плюс 13 и дождь. Не, ну это что? Это как? Это, ну как погода себя может так вести странно? Я даже домой не хочу идти. Надо, конечно, но я не хочу. Ну просто вот... Это, знаете, как последние теплые рывки, последние теплые дни, последние теплые наслаждения. Да, Дубюшка? И последние выголышом. Они, когда собираются на улицу, и когда я не беру одежду, это столько счастья у собак. Честно вам скажу, вон все лежат, все наслаждаются. И ручка там что-то нюхает, даже Шанти прилегла. Просто лежит, кайфует, как и я. Хожу и кайфую. А Тера у меня уже все, как будто лето на улице. Дыфит, дыфит, иди сюда. Иди, мой пирожочек. Иди, мой круассанчик. Бусинка. Ой, ты моя бусинка, да? Ты моя бусинка. Вредная и непослушная бусинка, да. Маленькая и непослушная. Маленькая и непослушная. И ты, Русечка, любимая. Скажи, Зарка. Жарко, жарко, жарко. Ой, как жарко, ой, как классно. Одни мелкие кайфуют. Ты, Руська, не очень кайфует. Ты, Руське, жарко. Прячешься? От солнца прячешься? И ты прячешься? Шантюшка, я тебя тоже люблю. Иди сюда. Иди сюда, почухаю. Иди почемую. А ты вредная. Боже, смотрите, как красиво падают листья. Вот этот месяц называется по-украински, знаете, как листопад. Все листья падают. Ладно, листопад это, конечно, хорошо. Надо идти домой. Что? Готовить есть. Тырушка, нам сюда, пошли. Тера, 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 нам сюда идем. Так, а где мои остальные все? Что-то я всех растеряла. Никого найти не могу. Добби! Пирожочки идем. У меня сегодня день просмотра фильма. Фильмов. Сейчас я смотрю «Семь ночей Фредди». Супер какие-то сумасшедшие сборы. Супер, говорят, ужастик самый лучший 2023 года. Хотя мне Данил про него рассказывал, сказал, что вообще не ужастик, а фантастик. Ака вчера мне рассказывал про него. Тоже говорит, вообще нету ничего сверхъестественного. И я решила все-таки посмотреть его, хотя говорила, что смотреть не буду, раз это не ужасы. Но думаю, посмотрю, правду ли говорят люди, что такие сумасшедшие сборы на него, что он там уже переплюнул, не помню какой фильм. И вот это вот, короче, я вам скажу. Сегодня у меня день просмотра, потому что у меня сегодня день готовки, а когда я готовлю, я всегда что-то смотрю. Наверное, Кирюха уже идет. Да. А, вроде бы открыла, но это Кира. А я все до сих пор фильм смотрю и никак не досмотрю. Как по мне, так ужасно сильно затянут сюжет. Я уже честно устала его смотреть, настолько он затянут, такой долгий какой-то, долгий. Привет, как дела? Жарко, да? Я вся мокрая. Я верю, я сегодня тоже ходила везде и оделась тепло. Пришла, я себя проклинала, что вообще одела теплую куртку.
Потому что реально, ух, трэш. Раздевайся, раздевайся. Я сейчас сразу гулять пойду. Я все равно. Ты сейчас покушаешь сначала. Я все равно где-то до 5. Ты сейчас покушаешь сначала, хорошо? Я уже приготовила. Что? Вот это что ты будешь? Я думаю, что можно. Я не знаю, правда, как сейчас, зайка. Сейчас, но буквально жарко. Полчаса я назад вся... была еще жара. Так что можешь идти спокойно. Только, наверное, надо топик какой-то. Нет, эти футболки. Ну, это вообще не жалко. Можно майку одеть? Нет, тогда будет совсем ты уже разденешься. Ну, какая разница, майка? Да, большая разница. Ну, а какая разница, топик или майка? Хочешь футболку покороче? Нет. Я хочу другого цвета. Я хочу черную. Ну, возьми черную. У меня нет той, такой черной, которую я хочу. Ну, одень свою вот эту Кира. Не хочу, я хочу свою с надписью синей. Можешь мне ее, пожалуйста, найти? Иди, пожалуйста, кушать. Как в школе дела? А, не надо. Повесь это, пожалуйста. Иди в сраку. Сама повесишь. Как в школе дела? Нормально. Что получила? 10. Почем? По-английски. Молодец. А еще почем что? А по алгебре снова 1? Понятно. Сегодня доски вызвали. Тебя? Нет, кого-то другого. Ага. А когда тебя вызовут, и ты получишь 11? Это было сарказм. А, так тебя вызвали к доске? Ну да. И что? Я не знаю. Но ты хоть что-то делала? Ну да. Ну, хоть на тройку? Ну, я не знаю, какая у меня оценка. Мне просто интересно, чтобы я потом не посмотрела и такая, опа, а это за что? Ты мне скажешь, а я не знаю. Меня вообще не спрашивали, я вообще ничего не делаю, я вообще ничего не знаю. Как всегда, ты умеешь говорить. Ну, посмотри. Еще нету, мне еще ничего не приходило. Ладно, приятного всем аппетита, кто кушает вместе с нами. Ужин у нас вот такой вот. Картошку в этот раз купила я вкусную. Да? Такая, как нужна. Потому что я иногда покупаю жесткую картошку, и она получается, ну, вообще никакая. А это прям такая мягенькая, классная, поджаристая. Приятного аппетита. Я хочу, чтобы Сера сделала картошку. У него она именно прям вкусная, всегда. Пусть приходят и делают, я не против. Я хочу Серу картошку. Я думаю, как ты так делаешь, что она прям... хрустит. Ну, я же говорю, это не ко мне. Вот договаривайся с ним, пусть приходит и делает картошку. Я тоже поем. Я же такая, что ты знаешь, я же покушать не откажусь. Я могу отказаться приготовить, а покушать нет. Максимально быстро, как воробушек, проглотила все и уже убегает. И опять она 355-й раз переодевается. Ну, в этот раз она уже переодевается в красивые вещи. Такая яркая. Блин, какая все-таки эта кофта офигенная. Мне обувь очень нравится. Обувь? Да. Если бы она еще чистая была. Так надо. Кстати, там, по-моему, такие же, Кира, есть, только зимние. Может быть, ты посмотришь? Ок. Посмотрю. Если она тебе нравится. Ок. Ну, конечно, да, мы же идем к Кириллу, к Сереже. К Вике. К Вике. Надо обязательно быть красивым, расчесаться. А подушиться не забыла? А у меня в сумке будет. А, ну, понятно, понятно. Давай, пока. Ладно, пусть идет. Пока погода хорошая, нужно наслаждаться и дышать свежим воздухом и получать витамин D. А я пошла досматривать... Фредди, боже мой, так наелась. Это потому что надо завтракать, обедать и ужинать. А я только один раз в день кушаю. Конечно, наедаюсь. Так, все, я пошла. Я даже с собой заберу. Пойду теперь в положение горизонтальное лягу. Потому что как-то вертикально уже тяжело стоять.
с самого утра здесь. То одно, то второе, то третье. Ничего себе, какие люди в Голливуде, хаешки, хаешки. Мама с костями пришла. А что ты пришла? Я могла домой пойти, но меня звали. А чего ты пришла с гостями? Ну потому что я буду делать уроки. Она пока зарядит телефон, а потом мы накрасимся на Хэллоуин и поснимаем ТикТок. Обалдеть! Я тоже хочу увидеть, как вы будете красивые накраситься. А я ухожу сейчас с собаками гулять, но так же нечестно. Ты знаешь, она уроки делает 3 секунды всегда. А, ну да. А ты не так же? Меня просто задают один урок и все. Не, я просто выбираю сначала, какой мне урок сделать, а потом выбираю, какой делать, какой делать. Вот как так получается, что я прихожу и ничего нет? Потому что получается, что нужно в Teams заглянуть, наверное, да? Получается. Я сегодня тоже думала сделать себе какой-то макияж на Хэллоуин, но потом передумала. Я вообще себе редко делаю макияжи. Вообще, на самом деле, я себе только один раз в жизни делала. Ты что случилось? Обалдеть, ты что кусаешь Вику? Ты сам к ней подошел и сам ее кусаешь? Вот это домашка есть. Ты злюка. А я думаю, помнишь, что-то задавали. Все. Так вот, я всего лишь один раз красилась, когда с Данилом ездили к визажисту, и нам делали вдвоем мейк. Все остальное время я никогда не красилась на Хэллоуин, я только одевалась. Ну сейчас даже это уже не хочется. Квартиру, да, украшать, а вот именно себя, наверное, нет. Мне хватает вот этого, вот, посмотрите, да? Он уже у меня сам какой-то хэллоуиновский персонаж. Еще чуть-чуть и помрай. Тебя Вика обидела, да? А сколько? Она сильно тебя обидела? Очень сильно, да? Ты так сильно испугался? И она к тебе лезла? Лезла к тебе, да? Хотела показать. Ой, кошмар. А что ты спрашивала я по поводу маникюра? Да у меня вот ноготь уже он отламывается, потому что это когда телефон у меня забирала свой. Зацепила. И она говорит, типа, я же тебе купила новый гель, что-то там, и типа сделать. Вот, короче. А ты видела, что у меня новая серьга? О, прикольно. А ты видела, что у меня новая мышца? Да, это я видела. А это прикольно? Да. О. О. Да. Знаете, кто у нее стоит на таком звонке? Нет. Можно говорить, как ты думаешь? Кира, можно говорить? Кира, можно говорить? Кто стоит на звонке? Кира! Кира! Можно? Можно говорить, кто стоит на звонке? Да подожди, подожди. Что? Можно говорить, кто стоит на звонке у тебя? Серый! Да. Короче, теперь я повтори. Короче, вот так вот, когда гавкает телефон, я точно знаю, что звонит Серый. Вот так. Да. По-любому. Серый собак отдает, серый на телефоне гавкает. Серый сам собак. По-любому нет. Это не я сказала, если вдруг Серый посмотрит. Это она сказала. Кира! Да что? Да, Серый, потому что он собачка. Ты собачка. Да. Вика. Маты сейчас пойдут. Все, давай. Да, я его тоже обожаю. Почему у меня лай... Я его тоже обожаю. Почему у меня лай собаки, когда он мне звонит, а подписан у меня кот? Почему там нету мяу-мяу? Ну, нема. Сделайте, пожалуйста, айфон мяу-мяу, чтобы там был. А что, у айфона вообще есть гав-гав? Да. Да? Ты не слышала? Не. Я ж никогда не пользуюсь этими звонками. Айфоновскими. У меня всегда все беззвучно. Это у меня тебя... на тебя стоит другой, и на него стоит другой. Потому что только вы, если я трубку не возьму, начнете орать. А все остальные все равно. Да. Ты на меня не поставила новый. А у тебя... Когда ты мне звонишь, когда у меня сирена, то, что я
Не знаю. Я сегодня, короче, сплю на уроке, на последнем уроке. Ко мне, а мы сидим мальчик-девочка. Больно. А сидела я одна уже на последнем уроке. Пересадили ко мне Назара пересадили ко мне. А я заснула. Он как дернул ту парту, я как с той партой подорвалась, и у меня все с парты вылетело. На меня очень сильно смотрит. Я такая, извините, сажусь и не понимаю, что произошло. У меня тоже такое было. А я постоянно типа засыпаю вот так? Да. А у меня типа ноги вот так. Вот так. Да, или так. Засыпаю, или так. И, короче, вот так вот подрываюсь. Знаешь, в какой-то определенный момент начала вот так вот. Я такая, ой. Это не я. Я не знаю, у меня типа и в кровати, когда я сплю, у меня момент такой, я такая, вот так вот, да. Все. Ну, такое бывает у меня тоже. Так, ладно, все, делаю уроки. Я еще никуда не ухожу, ты меня уже выгоняешь. Ты, блин, зараза. Краситься никто не собирается на Хэллоуин, поэтому я ухожу с собаками гулять. Я сейчас уверена на 100%. Я только выйду из дома, они краситься начнутся. Но Кира сейчас занята уроками. А Вика ей мешает. Я не мешаю, я папку пытаюсь за грузничок зайти. Грузится? Он 3 дня грузится. Так и надо вам. Так, все, Шанти, ты готова? Добби, ты готов? Тера, ты готова? Маша, я готова. Девочки, вам пока. У нас что-то случилось. В парке наконец-то свет включен. Я в шоке, честно вам скажу. Столько времени его не включали. И тут, аллилуйя, починили. Я думаю, что сегодня электрики тут копошились, что-то чинили, где-то на вышках лазили. Они чинили нам свет. Теперь хоть в парке гулять можно. А то же невозможно было, ты себя не видел. Теперь хоть дороги видно. И собак моих теперь видно. А то только огни горели. А теперь даже попы вижу. Короче, дело к ночи. Я пришла домой после прогулки и решила сделать себе макияж. Видите, да, как я его сделала? Я пошла вообще все смыла, потому что я не умею делать макияжи. Это не мое. Вот вообще не умею. Мне максимально только глаза накрасить и все. Вот всякое такое что-то красивое, это у меня Кира умеет делать, я, короче, нет. Я пошла умылась и сижу дома. Короче, праздную я Хэллоуин вот просто в такой красоте. Меня очень часто спрашивают, почему ты никуда не ходишь, почему ты нигде не тусишь? Ребят, я когда была молодая, я везде тусила, я любила тусовки. Да буквально пару лет назад, до начала войны, мы просто каждый день веселились, мы каждый день куда-то ездили, тусили, гуляли, наслаждались. Ну, потом началась война, и я честно скажу, что у меня пропало желание. Я очень долгое время вообще находилась в полной депрессии, я не знала, что происходит, я не знала, как что будет. Я боялась шороха, я боялась всего, и только сейчас я начала уже немного приходить в себя, уже даже люди заметили, что я начала немного в себя приходить, и вообще как-то начинать снова общение. А вообще, на самом деле, я просто домашний человек. Я уже стала домашней. Мне нравится дома, мне нравится у себя, в уюте, в тепле, в комфорте. Я общаюсь с людьми. Ребят, общаюсь. Если я не показываю, как я общаюсь с людьми, то я не показываю это только по той простой причине, потому что люди не хотят, чтобы я их показывала вам, понимаете? Вот, и поэтому не надо мне писать, что ты такая-сякая одиночка. Да, я одиночка, и мне нравится быть одинокой, мне нравится быть в своем комфорте. И люди есть разные, люди есть, которые любят тусить, огромные компании, любят где-то ходить, сидеть на лавочках, общаться. Я этого не люблю. Мне максимально хватает 1,5 часа общения, и все. Я уже хочу убегать, сбегать и находиться там, где мне комфортно. Поэтому все бывают разные. Знаете, есть такие люди, как интроверты. Вот я, наверное, этот человек уже стал. Раньше я была совершенно другим, но теперь уже мне комфортно так, и поэтому все, чтобы вы мне там не писали, все, чтобы вы мне не говорили, мне абсолютно все равно.
Потому что каждый человек живет так, как он хочет, и каждый человек ищет тот комфорт, который ему удобен и который ему доставляет максимальное удовольствие. Вот такие вот делишки. Короче, что я хотела сказать? Я хотела всех вас поздравить с Хэллоуином. Я хотела пожелать вам всем счастливого Хэллоуина. Сладости или гадости. Ну, в общем, и все такое прочее. Всех люблю, всех целую. И на сегодня всем. Тёмочки, лавушки и чаушки, какаушки. Пока-пока.